18 сентября в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова в Каспийске прошло внеурочное занятие «Разговоры о важном». Гостем урока стала депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко. Начался учебный день традиционно с линейки и гимна России и поднятия государственного и регионального флагов. Далее в учебной аудитории Елена Павлюченко познакомилась с учениками 9 классов и рассказала немного своей биографии, а также раскрыла тему занятия. Вы сейчас находитесь в том возрасте, да, когда вам предстоит уже входить в какую-то такую, скажем, взрослую жизнь. Почему скажу? Потому что в конце 9 класса вам надо будет сдавать ОГЭ. И это первый, наверное, такой серьезный этап, который вам в жизни надо пройти. И пройти его надо достойно. И каждый из вас, наверное, к этому готовится, это прекрасно понимает. И, наверное, вы все знаете, что сегодня очень важно иметь знания. Темой занятия стал выбор будущей профессии, которое прошло в интерактивной форме. Школьники охотно и с интересом делились своим мнением и говорили о том, кем они хотят стать. В свою очередь Елена Павлюченко рассказала ребятам о важности этого вопроса. Это важно, потому что современный мир, он сегодня, видите, он очень изменчив. За день может поменяться ситуация вообще во всем мире. Он достаточно агрессивен, потому что мы сталкиваемся каждый день с определенными такими вызовами, которые требуют моментального, оперативного и грамотного решения. И вот я вам хочу сказать одну вещь такую, очень важную и главную, чтобы вы это понимали, что от каждого из нас вот зависит ситуация в школе, в классе, в городе, в республике, в стране. Елена Павлюченко подробно пояснила ребятам о важности знаний и ответственности в любой отрасли работы и отметила значимость каждой профессии – учителя, врача и других специальностей. Отметим, что разговоры о важном – это внеурочное занятие в России, внедренное в программы образовательных учреждениях страны, которое проходит первым уроком в понедельник.